Владелец этого киоска в 41-м комплексе получил разрешение на дислокацию около 3 лет назад. Предприниматель планировал продавать в ларьке свежие овощи и фрукты. Но, по всей видимости, бизнес не пошел. Люди ходят, вот так, как он был закрытый какой-то, вот такие закрытые есть. Никогда ничего не продавали там? Да, нет. У владельца было время самостоятельно вывести киоск. О предстоящем демонтаже всех предпринимателей предупреждают за 2 недели. Такой возможностью не воспользовался и хозяин киоска, также расположенного в 41-м микрорайоне. Сюда ларек поставили около месяца назад. По сведениям исполкома, в нем продавали так называемые фанфурики. Будет с 1 января проведен аукцион на все нестационарные киоски. Значит, мы еще раз в течение июня месяца совместно с администрациями районов провели еще раз ревизию всех киосков. Описали каждый киоск, который расположен, место его расположения. И выявили все те киоски, которые также дополнительно появились. Не те, которые, так скажем, спиртосодержащую продукцию реализуют, а реализуют другие какие-то виды продукции. Такие киоски тоже у нас появились, их порядка 20. За полгода специалисты демонтировали 58 незаконно установленных киосков. Эльвира Ермакова, Василий Киселев. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.